Лес рубят, щепки летят, так говорит пословица. Но в Пятигорске они летят не куда попало, а прямиком на центральные улицы. В городе используют ноу-хау – украшения художественной композиции из декоративных щепок. Они ярко выглядят и к тому же приносят пользу экологии. Все о необычных клумбах в нашем следующем сюжете. Декоративная щепа – продукт переработки так называемых аварийных деревьев, тех, что пошли под спил. Для производства специально закупили оборудование, обеспечили новые рабочие места. Используют древесину исключительно мягких пород. Такой вид клумб еще называют арабеска. В нем сочетаются символы, фигуры и знаки. Первая клумба по улице Пестова в районе Новопятигорска. Помимо того, что такой природный материал имеет привлекательный вид, он еще и полезен для окружающей среды. Мульча позволяет создавать нам такой ландшафтный дизайн. Также может использоваться в декоративном садоводстве. Она улучшает свойства почвы, не давая испаряться лишней влаги, поддерживая комфортный температурный режим почвы, не давая прорастать сорнякам. Пока улица Пятигорска пополнилась 4 новыми ухоженными клумбами. Район Спасского собора украшает вид эоловой арфы. Еще одно излюбленное место курортников – площадка возле центральной питьевой галереи. Здесь недавно открытый памятник матери-казачки гармонично вписался в узорчатый ковер на земле. Но, конечно, самым главным своим подарком городу озеленители считают герб Пятигорска, чуть ниже здания администрации. Пользователи социальных сетей уже оценили нововведение. Здесь более 1000 лайков и положительные комментарии. Для того, чтобы создать такое цветное полотно, нужно около 2-3 дней. А еще такое покрытие достаточно долговечно. Ему не страшны ни дождь, ни снег. Так что клумбы из декоративной щепы будут радовать жителей и гостей столицы округа не один месяц.